Всем привет, друзья! Сегодня я хочу показать вам игру, которая называется «Властелин колец. Средиземье. Тени войны». И сейчас я хочу отомстить за игрока по имени Келси CD23. Если у меня это получится, мне дадут награду. В прошлый раз у меня отомстить за другого игрока я пытался, не получилось, потому что я сражался с капитаном. Но когда я начал сражаться с капитаном, на меня была устроена засада. Пришел еще один капитан со своей армией, потом еще один и еще один. В итоге я сражался с четырьмя. И плюс у каждого были свои телохранители. Более того... Помимо телохранителей, сами капитаны представляли еще очень большую опасность. И один из капитанов все-таки умудрился прикончить моего персонажа. И сегодня я хочу поквитаться за то, что так нехорошо поступили с моим персонажем эти уроды мерзкие орксы. Так, ребята. Ну что? Давайте. Смотреть. Вот мы уже приближаемся. 200 футов осталось. Ну, по дороге я еще парочку угандошил орков. Ну, это такие обычные рядовые орки. Это никакие не капитаны, поэтому... Тут особо сопротивления они не оказывают. Так, а охотиться мы будем с вами на Зугара Железного Скакуна. Награда за него 50 единиц. И убил он одного только игрока. Ну... Я не могу сказать, что он не опасен. Если он умудрился убить игрока, значит, все-таки чего-то стоит этот капитан. Но мы постараемся его прикончить. Я вчера, когда играл, проиграл. Точнее, не играл, а проиграл, правильнее сказать. Достойное сопротивление оказывал, потому что все-таки умудрился одного прикончить. Но проиграл не из-за того, что я играть не умею, а потому что слишком самоуверен был. И думал, что меня не достанут, и начал в открытую сражаться, не прятался. А потом, когда уже понял, что меня одолевают, начал отступать, было уже поздно. Для того, чтобы появился тот, на кого мы охотимся, нам нужно убить 15 врагов на заставе. 15 врагов. Один. Вот сейчас я опять немножечко рискую, конечно. Но я считаю, что все-таки рядовые орки для меня не особо опасны. Так, вот уже четверых усандалил. Осталось только... Ух ты! Осталось только понять, сам капитан, какую опасность представляет. И представляет ли он вообще опасность. Не понял. Ну вот. Как и в прошлый раз. Очередной капитан, который... помимо основного будет со мной сражаться. Он хочет, чтобы я был его лекарством. Вот урода кусок. Сейчас я попробую взорвать вот эти бочки. Есть. А вот и Зугар Железный Скакун. Это тот, кто нам нужен, прибыл.
Железным скакуном его называют, видимо, из-за того, что он восседает на Карагоре. Так, а это тот ублюдок, который устроил на меня засаду. Человек Гондора. А почему ты не прячешься в своем обреченном городе? Да потому что я тебе сейчас надеру задницу. Как настоящий Брюс Уиллис. Я думал, что одного капитана убью, а оказывается, я убью их несколько. Этот умер? Есть. Котх больной повержен. Осталось убить только основную цель. Главное сбросить его с ездового животного и самому сесть. Ох, это хорошо, ребята, отличная примета. Сейчас попробуем верхом победить. Не знаю, получится или нет. Но, как правило, если удается подчинить животное, это очень хорошо. Здорово помогает сократить численность противника, любое ездовое животное. И плюс, ездовое животное, оно разрывает обычных мелких орков на части. Мгновенно восстанавливает свои жизни, и таким образом мы не получаем урон. Если кто и получает урон, то это только наша лошадка. Так. Ах ты ж собака какая, а. Ткнул моего Карагора. Нужно кушать. Кушай, Карагор, кушай. Блин. Мне кажется, что все новые и новые прибегают эти орки. Мерзкие орксы. Ешь, ешь, ешь. Все. Моей лошадке хана. Она почти сдохла. Разве что только я чуть-чуть подкреплюсь сейчас. Ну, все, его убили. Мою лошадь прикончили. Так, ребята, отступаем. Я призвал на помощь несколько телохранителей из армии Гондора. Ух ты, ёлки-палки! Тут еще у нас и бомбежка какая-то идет из катапульт. Надо не забывать об этом. Блин, я ранен. Солдаты вот ставят палки в колеса. Блин, нифига себе, ребята, какой он крепкий. Ну давай, давай, не спи, не спи, я тебя прошу. Казним, ну. Выпад. Стоп, 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 стоп. Сейчас, сейчас, ребята, попробую казнить этого дурачка. Не этого ты казнил, придурок. Спецприем не на того, кого надо, применил. Да ёперный ж ты театр. Хопа. Блин, он стоит. По-прежнему на ногах. И когда ж у него уже охрана закончится? Ребята, нифига себе. Какая-то бесконечная охрана.
Так, у меня закончились метательные предметы. Остались только кинжалы. А боевые метательные молоты закончились. Блин, еще щитоносец какой-то тут пришел. Ну, пробуем казнить, давай. Блокировал, молодец. Неплохо. Есть. Я немножко подкрепился. Так, ребята, по-моему, ярость уже позволяет нам войти в режим темпа. В этом режиме мы становимся временно неуязвимыми и можем наносить чудовищный урон. Посмотри на небо, выходить из могилы. Видишь, там Назгулов, они пролетят прямо над твоими стенами. Блин, я промазал. Нет, нет, нет. Стой, ублюдок. Наконец-то. Я его казнил. Фу, сундук со снаряжением за Вендетту 15. А серебра мне сколько отсыпали? Так, опыта 1600. Угу. Ясно, короче, они вещами мне дали. Накидка, молоты и драгоценный камень. Ну, давайте посмотрим, что там за награды такие интересные. Вот эти вот загрузочные экраны, мать их, за ногу. По полчаса. Одно только радует, что во время загрузочного экрана можно на прекрасную работу художников посмотреть. И ты, когда осознаешь, что это все еще в динамике можно увидеть... Это, конечно, да. Я перед художниками снимаю шляпу. Рисовать они умеют. Так. Мы хотели с вами посмотреть, что же нам подарили. По предметам. Значит, мне подарили какой-то метательный молот. Который мы, к сожалению, продаем, потому что по урону он очень слабенький. И подарили накидку. Но вот с накидкой не знаю, неужели будет хреновая. Да, это действительно хреновая накидка. Мы ее продаем и остаемся в старой накидке. Фу, смотрите, какой уродец. Хе-хе-хе, гарнизон. Давайте еще на этого поохотимся. Хе-хе, такой мудак. Алхимик какой-то. Ну все, сейчас будем алхимика искать. Да, хреновые, конечно, получились у нас награды. Еще вот плохо, что здесь нельзя применять быстрое перемещение. Приходится пешком шастать. Я вот что-то не пойму. А что делает армия Гондора с орками рядом? 4 или 5 гондорцев и 2 орка, и они не могут справиться. Бред какой-то. Так, ладно, не будем на рядовых размениваться. Мы хотели охотиться за уродливым смешным капитаном. Так, уже совсем чуть-чуть осталось, 1400 футов. Кстати, вот чему равен фут? Пишите в комментариях, если кто-то знает, чему равен фут. Я без понятия. Ну, по школе знал, а сейчас уже не помню даже. Чему равен фут? Хм. Эх, сейчас бы узнать, чему равен фут. Написал бы кто-нибудь в комментариях, чему равен фут. Вот смотрите, я двух пленных орков спас, убив и того, кто их пленил. И все равно спасенные на меня нападают.
Ну бред же, бред, как бы сказал Гармаш в фильме 12. Ну бред же, ну бред, бред. Бред Сив Кэмэл. Бред сивой кобылы. Ладно, ладно, я слишком часто отвлекаюсь на рядовых орков. Слишком часто. Не могу себя сдержать, ребята. Если я вижу орков, я человек простой. Вижу орка, убиваю. Да, да, да. Так, осталось совсем чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Совсем капелюха. Эй, ну что ж ты не долетел? Чё ж ты слабенький-то такой, а? Давай, 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 давай. Ну, 300 осталось. Ну, не долетишь, жаба. Ох, позорник. Не мог уже на другую стену перемахнуть. У него слабая сила духа. Его духа. Опять я отвлекаюсь, ребята. Так, ну что, я сейчас включаю призрачное видение и ищу свою цель, ребята. Вот оно, призрачное видение, после которого сразу же сбегаются орки ко мне. Слушайте, давайте-ка я немножко подпитаюсь. Ах ты ж, падла. Я ж сказал, подпитаюсь, ты меня отвлекаешь. Да блин, да что за бескультурия, видеть, что я кормлюсь. Вот уроды. Так. Надеюсь, они мою экстрасенсорику не будут сбивать больше. Так, он где-то рядом. Вот он. Есть, нашел. Быстро я его нашел в этот раз. Так, фатально вкусный для зверей и до ужаса боится моргайских мух. Окей, учту. Буду знать. Ну, он 4 уровня, для меня он никакой абсолютно опасности не представляет. Если, конечно, помимо него на меня не будет устроена засада еще каким-нибудь капитаном. Встретились. Значит, именно ты вызвал весь этот переполох в Мордоре. Я алхимик, и моя задача разлить всю эту ярость по бутылкам. Ты станешь топливом для армии темного властелина, но для этого тебе придется умереть. Пошел в задницу. Никто меня убивать не будет. Сам сдохнешь, скотина. Нифига себе, отразил. Отразил мою казнь. Вот это 4 уровень. Сейчас я по-быстренькому с его охраной разберусь. Опа. Да чтоб тебя... Да чтоб тебя... Так, надо уходить, я потому что не вижу того, кто сзади. Ах ты ж, падла. Блин, он меня подпаливает постоянно, вот жаба. Блокирует удары, молодец какой. Оп. Не выдержал выпад в спину. Не знаю, почему этого орка называют высшим, но он всего лишь 4 уровня. Как он может быть высшим орком? Странно. Посмотрим, что за кинжал у него в кармане был. Неплохой кинжал. Неплохой. Шанс заморозить при критическом ударе. Кинжал, конечно, хороший. Хороший кинжал. Но мы его продаем. По сути, как бы по характеристикам он не особо уступает тому, что у нас уже экипирован.
Ну что, вот такая вот охота на орочьих капитанов у нас получилась, ребята. А я вам говорю, до новых встреч. Подписывайтесь на канал. Ставьте, конечно же, лайки. И нажимайте на колокольчик, чтобы новые видео не пропустить. Ух ты, вот это отсечение головы было в вашу честь, ребята. Специально для тех, кто любит вселенную Властелина Колец и Толкиена. Это последний на сегодня. Все, теперь точно пока.